20 лет назад здесь произошло очень похожее убийство. Кто такой? Макар Илюшин. Я частный детектив, расследую дело об убийстве Риты. Как можно было человека убить, если она такая молодая, понимаете? Я знаю, по какой причине убили Риту. И вы считаете, что я убила ее из ревности? Да не убивала я, гражданин начальник. Говорят, что это он опять объявился. А он это кто? Маньяк. Сидеть. Будете лезть в следствие? Задержу. У вас все? Может быть, мы имеем дело с вполне адекватным типом, который тщательно все продумал. Моя жена очень обеспокоена тем, что гостям пансионата грозит опасность. Вот такая вот сказочка, Сережа.